Итак, заехали ребята на боевую позицию. Состав команды Доктор. Да, будем называть их Доктор Дарниц. На самом деле не все Дарницы. Все тут понятно. Ну, конечно же, ЧГ это единственный танк, который остался не в бане. Хилка, понятно, в зуме. Вот тут вот интересно. Мейнкерри Амазонка, в принципе, как и предполагалось. Мейзин. Ну, в принципе, после апа довольно-таки хороший герой стал. Тем более на лайне. Тем более против милишника. И дабл пенетрейшн, тенька. Вот никто не знал, что будет тенька. Тенька разумная. Вот. Все равно. О! Тень запалила хилку. Запалила ли хилка тень? Интересно. А, с другой стороны, посмотрим, кто у нас есть. Так, опять у меня перепутались кнопки управления. Тинки на принце. Идет верхний лайн. Будет стоять против горы. Ну, удачи ему, что я могу сказать. А, здесь лесником выступает у нас крысолов. А с этой стороны лесником выступает тень, ребята. Да. Как интересно. Разумная тень, лесник. Так, ребятки тут раскидывают паки по... Ага. Понятно, я думал, что странно как-то побежал человек. Бил-бил пак и начал тпшиться. Не тут-то было. Просто ему пытался ноусет сделать отвод. Но скайденсера не так просто провести, он успел тэпнуться обратно и вернулся. Крыс здесь стоял, ждал его. Добивает этот пак опять ему. Готовит снова, делает нос этот вот. Эх, чуть-чуть не получилось. Здесь даже непонятно, по-моему, не потерял даже в принципе никого. Успел вернуться, молодец. Но все-таки так и не добил здесь двух крипов. Так же вот готовит Blackheart. Так. Тенька заходит на принца. Ну, в принципе, у нее сейчас нету ни скрывания, ничего. Второй уровень. Конечно же, просто попугало, можно сказать. Ну, Мэйдзин сейчас пока огребает, на самом деле. Хотя пятый уровень. Ему танканули наверняка лес как-то. Мэйдзину главное добраться до самого главного таланта, вот превозмогая боль. В принципе, я думаю, у ЧГ он будет спокойно стоять. Нету у ЧГ столько повреждений, чтобы отхил Мэйдзина побороть. Здесь разве что ганг какой-то поможет, но здесь у ребят в ганкерах крыс, который будет вечно просаженный. Так, опять нагнетают. Будет вечно просаженный, поэтому ЧГ и крыс, ну, это, по-моему, нереально ганкнуть Мэйдзина, ребят. Здесь единственное, что ЧГ дамажистый. То есть здесь ЧГ в дамаг вкачан. Так что как бы ему самому не пришлось терпеть от Мэйдзухи. Потому что здоровья у него мало по сравнению с обычным ЧГ. Ну и сами понимаете. Мэйдзину достаточно выскакивать по колдауну с ноги и кулака. И отходить. Получать один батут, который будет очень слабенький, потому что здоровья мало. И вот тем самым... Золотой мастер. Скорее всего, онлайн задавит. Ну, знаю просто рефери Гора. Так, поскакал здесь с баночкой, только что отступал от принца. Как-то неудачно что-то произошло. И даже, смотрите, идет ганг на и поскакала. Интересно, Золотой видит ли он мастер. Это? Нет, здесь вардов нет, но... Странно. Тишина. Нет, пошли обратно. Скайденсер забирает голду. Да, надо было это сразу сделать. Почему-то он как-то там вихлялся. Возвращается к паку, но там его уже пушка раздамажила наполовину, можно сказать. Ой-ой-ой, о чем я и говорил. ЧГ, смотрите, приходится под банк уходить со знаком ворожея. Ну, присядка наверняка у него есть еще. О, даже так. У него даже есть дыхание жизни. Вот оно что. Вот что значит нехватка, да? Нехватка ХП. Даже на ЧГ пришлось поставить. Отлично вообще. Вы посмотрите, как сильно пробивает Мэйдзуха. Очень сильно пробивает. Заглянем с другой стороны. Мне интересно, что делает... Кто? Ноусет что делает? Ноусет качается со Скайденсером пока наравне, но при этом у доктов перекач почти 1000...
Может быть, это зумер лучше зумит, как понять, не знаю. Может быть, просто чуть-чуть на лайнах лучше вот распределение. Ага, смотрите, попытка забрать рефери, накидывает, и он садится. Да, он присаживается. Продолжение будет какое-то? Да, Мэйдзуха настакал себе три кулака. Идет ТП, ребята отходят. ТП явно отменяется тут же. Видим, что Нолсет фармит дальше. Отходит, успевает к паку как раз. Все вовремя. Last hit 100%, считайте. Но это надо, наверное, тренироваться, чтобы так делать. А че Гэдди жарко, очень жарко. Двое. Тенька еще постоянно куда-то швыряет, его дамагает. Мэйдзуха уже 10 уровень. Дамаг там уже дикий. Ну, правда, взяты, смотрите, только классовые таланты и проворка. Но сейчас, как он начнет силу брать, там будет вообще опупенно. Заходят докты на баюна. И что им противопоставят ребята из команды противника? А, они это видят. Они все это видят. Здесь вард стоит. Тинки-кит. Нет, не забрали. Не забрали докты. Не было значка, что повержен монстр. Очень интересно, почему Тинки кидал в баюна свой мешок? Я не понял. Там, по-моему, напрашивался больше ЧГ. Ну, ладно. Чуть-чуть, по-моему, поздновато среагировали ребята. Чуть-чуть пораньше надо было зайти. Можно было бы кинуть носок в кого-нибудь из мейн-дамагеров. И тогда легко можно было бы и состилить. Итак... Появляется перекач уже, хоть незначительный, 1500, но он есть. Мягким таким тонким слоем размазан по всем в команде доктов. Год ПВ ласт хитит как год, как говорится. Постоянно агрится на рефери, отвешивает ему плюхи. Тому остается только убегать, потому что продамажить он никак не может. Плюс приходится терять крипов, вот, пока сидит, лечится. И Мэйдзин куда-то пошел. На варде он тут палится. Ну и Скайденсеру, конечно же, надо просто поглубже отойти. И Мэйдзух ничего не сможет сделать. Смотрим, что делает Мэйдзин. Да, видимо, почуял, что все разошлись. В это время Ноусет заходит в чужой лес и просто его грабит. Отлично, прокает топор, выходит крыс. Нолсет понимает, что его запалили, надо бежать. Скайденсер выходит, размениваются они по дамагу. Нолсет прожимает таблетку. Теперь Нолсет атакует, смотрите. Крысолов, корни. Сияние, вот это да, сияние и банка. Первая кровь. Не думал Скайденсер, что все так обернется. Не думал он, что так обернется сиянием и банкой. Но Сет, видимо, все это рассчитал. Сиянием он выключил повреждение по себе, банкой возможный дамаг от крыса там, от лужи. Возможный дамаг со скиллов от Скайденсера. Вот. Не было у него выучено грани шансов. Если была грань шансов, кстати, может быть и выжил бы, либо как-нибудь дамагнул бы знатно. Но тут, конечно, не хватило чуть прайма. Да, да, да. Кстати, посмотрите, снят второе улучшение ульты. Неужели? Неужели оно настолько неправильное, ненужное? Давайте посмотрим на Усета. На Усета, кстати, тоже нет второго улучшения ульты. Видимо, нынешние амазонки все равно его не признают. Золотой мастер. Вот, значит, нужно немало задумываться над тем, что что-то не так. Возможно, надо дать три ульты, чтобы можно было сделать в конце концов. Тогда, возможно, будут оставлять. Ну, есть такие особые билды в амазонке в силу разум. Может быть, для него, конечно, ап ульты это очень классно. Так, Тинки пытается забрать и поскакала. 15 против 12, раздамаживает. Раздамаживает, и все.
Тишина какая-то в наушниках, музыка закончилась, это баг режима реплеев. А здесь все так же. Год, смотрите, 15 против 13. Ничего, и здесь 15 против 13. Ну, одинаково ниже, низ и вверх стоит. По медам у нас... Но сет врывается, да, за счет своей первой крови вперед, значительно. Относительно Скайденсера. И по прокачке смотрим 9 против 7. Вот это да, 2000 перекачи, но с этого уже как бы не так. Ух, криты-то, о, улетает, успевает отблинкнуться от корней. Не успел бы отблинкнуться от корней, скорее всего, сдох бы. А, потому что тут дамаг знатный, плюс тенька подходила, она не пожалела, я думаю, кинуть туда пару автоатак. А, плюс он 9 уровень, да, ульта у него наверняка есть. Хотя не факт, что он был 9-м. Год ПВ постоянно бегает на глиф. Но если там вард... Да, там есть вард, это все палится. И, о, ты смотри, по и поскакало, проходит. Тинки прокаст какой-то дает небольшой. Пытается его раздамажить, но не так-то это просто сделать. Можно посмотреть, кстати, почему. Ну да, ты смотри, дыхание жизни... Хитрость, ёлки-па. А тут Чигета не такой, не лыкомши. Да, регеночку он взял. Пока думаю. Лёша и поскакал, кстати, очень любит регеночки ставить в разные билды свои. Так, если вот посмотреть по его билдам, очень много. Кстати, бросок кобры. Бросок кобры. Многие не признают этот талант, хотя в некоторых случаях он очень даже... А, видя сейчас опять одарнийцы, что доктор пытается забрать баюна. И будут ли мешать этому? Крысолов. Крысолов есть. И больше никого нет. Вот так вот. Почему-то хилка в принципе не выходит. Из зумы. Здесь посмотрите, ТВШР каждый раз, как только баюн, он здесь как... Ну, здесь как тут. Тут как здесь. Тут как тут. Здесь хилка долбится, долбится бесконечно в зуме. Итак, счет 1-0, 13-я минута, по уже 6000 перекач, слишком много. Ну так чуть лучше, 5000 перекач, все равно очень много. Очень много, и при этом, смотрите, как бы... Ну, два баюна и первая кровь, да? Это два баюна, первая кровь. Золотой, ну, 3000, да, перекача. Соответственно, еще 2000 было набрано чисто лучшим ластхитом, лучшим менеджментом леса. Я так понимаю, разрыв растет. Хотя нет, тут подсократился. Хотя нет, растет. Плохо, что не обновляется полностью сразу и с той, и с другой стороны, пока за одной стороной смотришь. Надеюсь, Невал все-таки придумает, как реализовать, чтобы видно было сразу обе команды на карте, чтобы не надо было переключаться с одной на другую. Это будет очень большой прорыв в просмотре вообще реплеев. Ну и в принципе. Вполне себе удобно будет. Так, внизу в рефере год ПВ уже, смотрите, отхиливает колоссальное количество здоровья. При этом Мэйдзин-то здесь проворный, насколько я понимаю. 200 проворства и 130 силы всего лишь. И поскакал, тут чуть не нарезали. Успел он присесть в глыбу. Сейчас посмотрим, и на принц... А, на принц, что тут его смотреть? Да, полный прокаст он сделал, кинул в него и путь карателя, и изощренный ум, и ультанул. Тем временем я провафлил, как Скайденсер опять убивают. И... что? Первый штурм проходит. Замечательно.
понятно, что убила его амазонка. Ой, смотрите, пытается забрать принца. Здесь огромный про... Ой, как-то мимо. Мимо и поскакал, ультанул. Здесь приходят два... Ой, три человека сразу на помощь приходят. Но пока не тпшились, все успели разбежаться в разные стороны. Следить за и поскакалом. Все, вроде... Нет, не разошлись. Неожиданно из угла появляются, нападают на тень. Рефери с Скайденсером. Скайденсер есть глаз, он сейчас тень, конечно же, примет. Куда она не денется. Здесь четверо, в Скайденсер летят корни от ноусета. И идет дамаг от ноусета туда же. Мейдзуха прыгает, хилка прокаст кидает ульты своей. И что, сливают годы ПВ. Ой-ой-ой, о, все, сливают ему бессмертие, но при этом ложатся уже все. Ой, хе-хе. Хилка блочит, смотрите, блочит путь. Конечно, дамаги от нее нету, но чуть-чуть помогла ноусету догнать, раздамажить. И... остается только Рев. И Рев тоже сгибается. Ой, Тинки, откуда ж ты взялся? Зачем ты? Ой-ой-ой, вот это да. Ноусет делает великий бой. Вот это да. Чуть-чуть, может быть, даже вот чуть-чуть бы больше бы откат ульты был бы у Мейдзина. Убил бы, успел бы. Хилка, конечно, его пыталась вытянуть, но... Эх, успел откатиться ульта, и, соответственно... И, соответственно, Мейдзуха накачал в себя здоровье по полной программе. Смотрите, уже фулл ХП. Кажется, ребята начинают пронос под хилкой смело. Но, в принципе, действительно, тут перекач на 5 уровней у амазонки... гора здесь, в отличие от рефери, в ХП, в дефы. Мейдзуха тоже отличное повреждение имеет. Пытаются ребята дарнийские через прокаст свитков птиц что-то попытаться сделать. Но не хватает. Не хватает повреждений. Все равно все умирают. Я так и не понял, кстати, кого фокусили, потому что все какие-то все равно толстые. Все равно толстые. Ну, конечно, ТВ-шер ультанул. Но тут да. Тут финиш хим называется. И поскакал становится в глыбу. И победа команды. Доксы команды. Докская команда. Это у нас с вами Gods of PV. Довольно-таки быстрый бой получается. Вот если разложить его по стадиям. Первая стадия, все фармимся, отдаем баюна. Потом отдаем первую кровь, отдаем еще раз баюна. И там уже по накатанной пошло, поехало. А отдача получается там опять амазонку забрали, да, которая пропустил килл. Ну, в принципе, там понятно, как это было сделано. Скорее всего, на корни попался. И вместе с тенькой это все раздамажено было. Вот. Забор тинки, потом полный слив всей командой в лесу. Еще раз забор тинки. Ну, там уже посыпалась игра. И то, что здесь уже под базой было убито, тут, в принципе, уже агония. Даже не как тут хочет посмотреть талантики. Ну-ка, Мейдзин, хочется сравнить со своим прям. Ах, как хочется сравниться. Ну, сплошное проворство качал Мейдзуха, рассчитывал на ульту очень сильно. Но тут и видно, с ульты очень знатные у него приросты. Ну, тенька, это чистый саппорт был в этой игре. Значит... Снегурочка выучила все, что надо. Она выучила некий цветок, она выучила непоколебимость. То есть помощь команде стопроцентная. Замечательно. Я бы, может, даже столько регенерации энергии не брал в начале. Ну, тут ребятам виднее. Ну и поскакал, как обычно, как я у него спрашивал.
Он очень любит вот этот талант хищная натура. Он его говорит, я его ставлю почти в каждый билд, который он может, ну, более-менее по статам подходит. Он считает это одним из самых классных талантов. В принципе, почему нет? Почему нет? Зайка в окне. Сравнить, конечно, несравнимое. Но здесь и хилки, во-первых, на саппортах очень много. Пришло прайма плюс баюны. Вот. Но все равно перекач значимый. Крыс толком и не сыграл. Не видел я ничего от него помощи никакой. Ну и Тимке была попытка. Несколько попыток кого-то забрать. Но так они и не увенчались успехом. Спасибо ребятам за бой.